Уважаемый участник дорожного движения, в ближайшие выходные в районах Татарстана состоится народный праздник Сабантуй. В преддверии и в период праздничных дней увеличивается плотность транспортных потоков на автодорогах республики. С целью предупреждения дорожно-транспортных происшествий сотрудники госавтоинспекции проводят мероприятия по пресечению нарушений правил дорожного движения. Для оказания практической помощи и профилактики правонарушений в районы республики дополнительно будут направлены наряды ДПС из числа сотрудников центрального аппарата. Особое внимание будет акцентировано на недопущении грубых нарушений, связанных с управлением транспортным средством в состоянии опьянения, выездом на встречную полосу, игнорированием ремней безопасности и детских удерживающих устройств. Уважаемые родители, призываю уделить пристальное внимание своим детям, не оставлять их без присмотра, не допускать бесконтрольное завладение ключами от транспортных средств. Неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и будьте примером для детей. Госавтоинспекция МВД по Республике Татарстан призывает всех участников дорожного движения не оставаться равнодушными к проблемам аварийности на дорогах и своевременно сообщать полицию о нарушениях ПДД. Желаю всем жителям и гостям Республики Татарстан хорошо провести выходные в кругу родных, близких и друзей и, конечно же, безопасных вам дорог.